полузащитник футбольного клуба «Орел ГУ» Чунихин Никита. Никит, с победой обыгран лидер. Ну, во-первых, расскажи вкратце твои впечатления от игры и как удалось забить гол. Ну, как впечатление? Настраивались на бой, собирались выиграть и выиграли. Вот, собственно, и все. Ну, опиши, как удалось забить. Ну, как удалось забить? Команде некуда было деваться, Юфу я имею в виду. Они бежали вперед, атаковали и на одной из контратак забили гол. В общем, все как всегда бывает. Как, ну, вообще, что говорил тренер после такого разгромного поражения вчера от Саратова? Тренер сказал, что он не понял, почему так получилось, почему мы не собрались, что это акклиматизация или мы расслабились, и попросил настроиться на сегодняшнюю игру, сыграть должным образом. Я думаю, у нас получилось сегодня это сделать. А как оценишь в целом сезон для команды? Ну, если честно, тут такой турнир, что, оказывается, любая команда может любую обыграть, и вспоминая наши старые игры, например, со Смоленском, когда мы 2-0 или проиграли, не смогли забить Долгопрудному, нанеся там 25 что ли ударов. То есть могли быть и в тройке, и, я думаю, могли выступить лучше, я считаю. Все, спасибо, еще раз победой. Спасибо.